На ремонт и строительство автомобильных дорог региона в этом году будет потрачено 16,5 миллиардов рублей. Об этом представители дорожного хозяйства рассказали на пресс-конференции. В рамках бюджета построят около 400 километров в микрорайонах ИЖС и благоустроят дороги в населенных пунктах в районах. Будет отремонтировано более 600 километров автодорог областной собственности. В этом году будет завершено строительство дороги в обход города Алексеевки. Ее стоимость 820 миллионов рублей, из них 156 из федерального бюджета. Продолжается реконструкция участка Белгород-Короча-Алексеевка-Советская. Этот проект рассчитан на 3 года, завершится в 2019-м. Объем работ, который в графике, на этот запланировано 1,5 миллиарда в этом году. И остаток работ у нас останется 900 миллионов, это на 2019 год. Тем самым мы закончим, в следующем году закончим полностью многолетнюю программу реконструкций дорог, соединяющие основные районные центры Белгородской области. Обсудили и новости последних дней. Обильные осадки сказались на состоянии дорожной сети области. В некоторых местах вода размыла грунт и разрушила дорожное полотно. На сегодняшний день погодные условия не позволяют приступить к восстановительным работам в полной мере, потому что дорожно-строительную технику использовать в данных условиях просто не представляется возможным. Поэтому сейчас ведутся именно подготовительные работы и ограничения движения по некоторым полосам. На ремонт и строительство автомобильных дорог региона в этом году будет потрачено 16,5 миллиардов рублей. Об этом представители дорожного хозяйства рассказали на пресс-конференции. В рамках бюджета построят около 400 километров в микрорайонах ИЖС и благоустроят дороги в населенных пунктах в районах. Будет отремонтировано более 600 километров автодорог областной собственности. В этом году будет завершено строительство дороги в обход города Алексеевки. Ее стоимость 820 миллионов рублей, из них 156 из федерального бюджета. Продолжается реконструкция участка Белгород-Короча-Алексеевка-Советская. Этот проект рассчитан на 3 года, завершится в 2019-м. Объем работ, который в графике, на этот запланировано 1,5 миллиарда в этом году. И остаток работ у нас останется 900 миллионов, это на 2019 год. Тем самым мы закончим. В следующем году закончим полностью многолетнюю программу реконструкций дорог, соединяющие основные районные центры Белгородской области. Обсудили и новости последних дней. Обильные осадки сказались на состоянии дорожной сети области. В некоторых местах вода размыла грунт и разрушила дорожное полотно. На сегодняшний день погодные условия не позволяют приступить к восстановительным работам в полной мере, потому что дорожно-строительную технику использовать в данных условиях просто не представляется возможным. Поэтому сейчас ведутся именно подготовительные работы и ограничения движения по некоторым полосам.